Привет, народ, как дела? Это Джей. Я Джей. И сегодня давайте поговорим о бизнесе. Сколько раз у вас был клиент, который говорил: «Я хочу хорошо, быстро и дешево». Да, все мы слышали такое. Позвольте вам сказать одну вещь. Не бывает такого, чтобы было и хорошо, и быстро, и дешево. Такова реальность. Такое не существует. Такое невозможно. Как режиссеры мы можем предложить клиенту меню из трех услуг? Хорошо, быстро и дешево. Но они могут выбрать только две из них. Они не смогут получить все сразу. Никак. Им придется смириться с этим. Вы должны дать понять своим клиентам, что если они хотят получить результат, есть несколько правил в плане сроков, качества и цены. Если они хотят хорошо и дешево, это не будет быстро. Если они просят быстро и хорошо, это не будет дешево. А если они рассчитывают сделать дешево и быстро, о, милый мой, это никак не будет хорошо. Как правило, если заказывается проект хорошо и быстро, это как и любая другая работа. Отменяем все и продолжаем работать по 25 часов, пока не будет сделано. Это должно быть дорого. Если это хорошо и дешево, вы сделаете отличную работу за очень низкую цену, но в перерывах между хорошо оплачиваемой работой. Поэтому это будет медленно и пройдут века, пока вы сдадите проект. Лично я считаю, что худший выбор из трех — это быстро и дешево. Вы сдадите видео в срок, но качество будет низким. При этом ваш клиент действительно получит то, за что заплатил. Поэтому будьте разборчивы в том, как вам реализовывать ваши проекты. Середина, в которой совмещены все три опции, невозможно в принципе. Они не смогут получить все сразу. Кто-то из шустрых клиентов может сказать вам: «А в другом месте я найду дешевле». Но говорить режиссеру, что вам могут сделать видео дешевле в другом месте, это все равно, что сказать пятизвездочному шеф-повару, что вы можете отобедать дешевле в Макдональдсе. Такого не будет. В конечном счете, вы получаете то, за что платите. Идите сюда. У меня был секс в прошлом году. Возможно, это было не год, а два года назад. Да, наверное, это было пару лет назад, но не важно. Это не было дешево. Это не было быстро. Догадывайтесь, как это было? Это было хорошо. Спасибо, что смотрите мое видео. Не забудьте кликнуть на кнопки «Подписаться». И если вам понравилось, можете смело делиться этим видео. Как говорит Арни, I'll be back через две недели. Не унывайте, ребята. Ребята, и всего вам. Пока. О, это было так здорово. На самом деле, это было три года назад.